Вот открыли мы упаковку. Здесь все свернуто, еще ни разу не разворачивалось. Так, буквально мы будем первооткрыватели. Да? То есть, еще сами толком не подключали его, но знаем, что он работает, потому что китайцы нам сказали, что все, ну, они проверяют сами, прежде чем нам отправить. Детский либо женский, да? Светильник Тенс, вот так вот он выглядит. Еще пленка защитная на нем. Так, а где вход? А вот он, сам вход. Вот тут даже можно его на батарейках. Интересно. Ладно, открывать не будем. Но будем знать об этом. То есть, вот, вот он. Включать, выключать. Проверять мы его уже не будем. Отдадим клиенту. Вот такие вот посылки на сегодня.